Будем откручивать. Так-то я его грел феном вот этим вот. Потом стучал вот этим вот, вставлял вот эти, стучал вот этим молотком, весь все подбил. Ни в какую. Не идет и все. Не могу открутить вот эту штуку. Там стоит трещотка. Короче, у меня ключа вот такого вот нету. Ходил 2 дня, мучился, думал. Короче, придумал вот такую фигню. Идея мне пришла. Берешь, включаешь на долбежку. Там есть такие вот. Там такие вот, чтобы под это. И короче так. И короче она открутилась. Во как я придумал. Прикол. Так, крутим, вертим. Сколько их там? Не стал я дальше испытывать судьбу, сделал опрос сегодня, даже утром ходил, там мужиков спрашивал, которые на велосипеде там приехали заниматься, они вообще не в курсе, а что такое, ну, конечно, никто ничего не знает. Потом сходил в автомастерскую, там, не, велосипеда не делаем, другой, мы сейчас все сделаем, головки у нас есть, я говорю, головка специальная должна быть. Короче, взял я, промыл ее, пошел на этой. И шарики туда засунул, и вот, и не надо было мне тратить, оказывается, как я и говорил, 1000 рублей на головку, ничего снимать я не стал, все закрутил, и вот такую я сейчас монтирую, монтирую трещотку, вот эти шарики так красиво расположились, короче, работа закипела, плюнул на инструмент, не надо, нету, так нету, короче, разобрать не смог. И мог бы на неделю раньше все это сделать, без всяких затрат денежных. Вот. Ну, они говорят, что вот эта трещотка, единственное, я нашел там блогера, который сказал, очень тяжело снимается, она затягивается постепенно, когда ты же крутишь педаль, потом закисает. Короче, ее можно только срезать. Но резать я не стал. Ну, вот такая вот у меня и получилась. И работаем дальше. Не стал я дальше испытывать судьбу, сделал опрос сегодня, даже утром ходил, там мужиков спрашивал, которые на велосипеде там приехали заниматься, они вообще не в курсе, а что такое, ну, конечно, никто ничего не знает. Потом сходил в автомастерскую, там, не, велосипеда не делаем, другой, мы сейчас все сделаем, головки у нас есть, я говорю, головка специальная должна быть. Короче, взял я, промыл ее, пошел на этой. И шарики туда засунул, и вот, и не надо было мне тратить, оказывается, как я и говорил, 1000 рублей на головку, ничего снимать я не стал, все закрутил, и вот такую я сейчас монтирую, монтирую трещотку, вот эти шарики так красиво расположились, короче, работа закипела, плюнул на инструмент, не надо, нету, так нету, короче, разобрать не смог. И мог бы на неделю раньше все это сделать, без всяких затрат денежных. Вот. Ну, они говорят, что вот эта трещотка, единственное, я нашел там блогера, который сказал, очень тяжело снимается, она затягивается постепенно, когда ты же крутишь педаль, потом закисает. Короче, ее можно только срезать. Но резать я не стал. Ну, вот такая вот у меня и получилась. И работаем дальше. Та-дам! Где велосипед? А вот велосипед. Все разобрал. Все, что было мог. Вот задний маятник отдельно с амортизатором. Вот разобранное передние амортизаторы. Вот они, если я, кстати, представляю, такая пружина. Я думал, там гидравлика какая-то. Нифига, конструкция такая себе.
А вот она рамка наша. Вот она рамка. Вот мне надо вот эти подшипники, наверное, промыть. Я пойду на улицу и промою. Вот передняя, значит, тоже рулевая. Рулевая механизм. А там, оказывается, не подшипники стоят, а такие. Вот такие вот. Просто поверхности, они просто вот так вот под конусом трутся друг от друга. И вот такую конструкцию первый раз в жизни вижу. Вот. Все еще продолжается разбор, нифига не сбор. Ну, промываю постепенно. Вот здесь вот замочены задние переключатели, передние переключатели, короче, рулевые машины, то есть эти переключательные машинки, все здесь, короче, замочено. Вот. И наша цель в таком состоянии. Она вон она. Отмачивается. Фиг отмочится. Ну вот такая вот ситуация. Грязная. Ну что делать? Вот так вот. Бензин не надо. Ну что ж такое бензин какой-то. Хотите прикол? Я, короче, взял вот этот обезжириватель. Ну там какой-то смесь спирта или еще чего-то. Ну мне надо, чтобы цепь вот эту промыть. Налил вот сюда. И долго она у меня сутки стояла. Ну, потом думаю, что, ну это же обезжириватель, надо даже смыть его, как бы, ну, грязь сюда-сюда, надо было, конечно, вылить его. Ну, и начал водой смывать, смывать, воняет, думаю, ну, уходит и уходит, и уходит и уходит. А он как потом вспыхнет? Пожалуйста. Пожалуйста. Вот такая получилась. Мне было огненное шоу, а еще главное, мне что-то вспомнилось, как это вечный огонь. Вот из этой вот так он долго горел, я, вот справа было полное огня, а потом вот этот здесь долго горел, я что-то вспомнил, как вечный огонь. Что-то сегодня, как бы память попавшим на войне, во Второй мировой, кстати, тоже надо видео снять. Я так долго на нее смотрел, она так затухала. Вот, очень интересный такой был эффект и явление. Мне понравилось. Так что, то есть, наверное, все-таки надо это делать, выкидывать, то есть выливать это все куда-то в помойку, в другое место. Ну, утилизер, конечно, тяжело. Вот. Интересно. Ну, после вчерашнего феерического шоу я еще пошел, снял вот этот задний амортизатор. Но вообще, какой это амортизатор? У него вот эта вот фигня ходит просто так. Вот она все, никакого поршня, никакого ничего. Там она даже стенка не касается. Это вообще, я вообще не знал, что такое. Я думал, масло там какое-то налито. Она на сухую вот так вот просто работает. Я не знаю, я бы хотел, конечно, поменять. Что-то какая-то пародия вообще. Я думал, посерьезнее, конечно. Я думал, здесь поршень и какую-то функцию выполняет, ну просто как воздух, ну чуть-чуть может быть как-то препятствует вот это колебанием пружины. Пружина, конечно, регулируется, там я ничего не говорю, но тоже неудобно как-то все. Вот такая вот. Мне приходили проверять счетчики, но я для этого отключал вот этот вот посудомойку. Ну и у меня тут оказалось, что крана вот здесь вот она была подключена на 3/4. Крана у меня здесь нету. Пришлось воду отключать. Короче, не было воды в доме. Туда-сюда. То мне надо, я не мог открутить, начал откручивать. Вот здесь был силикон. Вот он, силикон. Мне надо было хорошо его подрезать. Я что-то плохо подрезал. Ну и, короче, он отломал мне плитку одну и вторую. Я же плитку делаю на пену. Так-то одна отлетела, я зачистил, а вторая вот поломалась. Ну вот еще хочу показать, что вот как вот этот силикон, он тоже его надо отдирать, что-то проблемно. Вот это берешь, он не шаркается, не шаркается. Это я придумал, что нужно взять ластик, и ластиком он более-менее идет.